Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом моего любимого крема для тортов. Это масляный крем со сгущенкой. В глубокую миску кладем ванилин или ванильный сахар. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем миксером до осветления. Добавляем по 1 ложке вареной сгущенки и продолжаем взбивать. В этом креме главный секрет в том, чтобы сливочное масло и сгущенное молоко были одинаковой температуры. Я достаю их из холодильника заранее, за 12-15 часов, и оставляю нагреваться до комнатной температуры. Получается очень мягкий воздушный крем. Крем используется для выравнивания тортов, украшения и подмастику. Оставшийся крем можно замораживать. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если уже подписаны, проверьте, включен ли колокольчик. Если нет, включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До новых встреч!